За успехи в области культуры и искусства, спорте и общественной деятельности наградили 15 лауреатов. В торжественной церемонии приняла участие вице-губернатор региона Анна Минькова. Лауреаты премии – это призеры краевых российских творческих конкурсов, музыканты, поэты, композиторы, общественные деятели и волонтеры. Они не только добиваются личных успехов, но и вдохновляют и оказывают помощь тем, кто тоже оказался в непростой жизненной ситуации. Среди них и наша землячка Анна Клименко. У нее очень насыщенный график. После церемонии награждения в Краснодаре она поехала на неделю высокой моды в Москве, где коллекции знаменитых дизайнеров показывали девушки с ограниченными возможностями здоровья. Мы связались с Анной по телефону. Она поделилась своими впечатлениями о поездке. Вот этот вот показ, он называется «Сила любви, я продолжаю идти». Я как бы была, ну так получилось, что изюминкой показа, я последняя закрывала показ. Я шла со звездой, с Арчи, ведущей на Муз-ТВ. Очень замечательно. Это в Москве самое такое значимое мероприятие, потому что вообще вот неделю моды, первый день, открывала Юдашки. То есть там самые именитые модельеры туда попадают. Ну, не знаю, такое шикарное мероприятие. И там все очень красиво, на высшем уровне. Когда едешь, чувствуешь себя, конечно, и актрисой немного, потом задумки свои. Анна, как и другие модели на колясках, демонстрировала одежду знаменитого немецкого модельера Барбары Шварцер. Сама Аня – автор популярного видеоблога о людях и красоте, делает бьюти-репортажи о прическах, правильном макияже и одежде.